Приходят на службы, набирают святую воду, окунаются в купель или прорубь. Тысячи верующих по всей стране отмечают великий праздник крещения. Этот праздник один из древнейших. Он посвящен крещению Господа Иисуса Христа в реке Иордан, который совершил Иоанн Креститель. По традиции, в ночь на 19 января ульяновские верующие совершили обряд омовения. Считается, что освященная вода способна очистить от греховной скверны. Одним из первых обряд омовения совершил глава региона Алексей Русских. Он посетил женский монастырь Михаила Архангела в селе Комаровка, где поучаствовал в богослужении. Как отметил губернатор, крещенские купания для него – традиция. Ощущения просто потрясающие. Я после работы съездил сегодня на Зырю, пробежался по биатлонной трассе на лыжах. Сейчас вот успели к 12 часам на крещение, искупались в проруби. Это традиция, которую я поддерживаю уже лет 20 и отступать не собираюсь. В эту ночь для жителей региона работали 76 купелей. Почти 10 тысяч человек посетили источники, а 5 500 искупались. Оберегали купающихся спасатели, водолазные группы, медики и полицейские. По информации МЧС, крещенская ночь прошла без происшествий. Обряды богослужения и божественной литургии прошли более чем в 90 церквях, храмах, монастырях и молельных домах региона. Анна Тищенко, Улправда ТВ.